И вы меня не бойтесь, меня Саша зовут. Я понял, Саша, тебя. Они меня развести, видно, хотели. Это не просто развести, вы же понимаете, что это не полиция вообще была. Это были левые подставные люди. Они остановили вас абсолютно на гражданской машине, если вы обратили внимание, у них были красные номера. Да, он удостоверение предъявил мне, между прочим. Да, а что он, за что остановил? Что хотел? Якобы я там где-то нарушил скоростной режим, там скорость 50 километров в час, значит, вот. Я говорю, ты что, меня за идиота держишь? У меня скорость, говорю, я максимально 80 двигаюсь по трассе. А какая машина, как она может разогнаться вообще? Как можно вообще на ней нарушить? Я говорю, если там 50, он меня сбросит, скорость ничего не стоит, говорю, абсолютно. Вот. Ну и короче говоря, это самое. Это херня. Меня в Харькове развели, блядь, на 25 тысяч рублей. А вы, я извиняюсь. С России. Я не обратил внимания. Вот оно, понятно. Понятно. Я думаю, да, все ясно.